Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Богданов Олег. Я представляю группу компании «Ковчег». Мы находимся в нашем розничном магазине на улице Руставели, 43, в городе Санкт-Петербурге. И в этом обзоре я хотел бы вам рассказать про отопительную печь-буржуйку «Дача» от компании «Fireway». В первую очередь хочется отметить, что дизайн печи «Дача» выполнен в винтажном стиле, что, несомненно, сегодня является модным и актуальным. Мы можем видеть, что на печи присутствует текстурированный рисунок со всех сторон. Печь установлена на ножках, что делает ее конструкцию выше, и это, соответственно, влияет как на удобство в эксплуатации отопительного прибора, так и на пожарную безопасность. Печь полностью выполнена из чугуна и весит 155 кг. Диаметр дымохода составляет 120 мм. У печи есть выход как задний, так и на верхний дымоход. Благодаря удобным ручкам мы получаем быстрый и удобный доступ к топочной камере и зольному отсеку. Хочется отметить, что механизм фиксирования замка защищен от протирания специальным вращающимся барабаном. Дверца топочной камеры оснащена большим обзорным стеклом, таким образом в процессе горения огонь будет виден очень хорошо. Регулировка функции «чистое стекло» осуществляется благодаря двум синхронно работающим задвижкам на дверце. Также печь «Дача» оснащена функцией дистанционного сброса золы, которая регулируется при помощи специального рычага, установленного над зольным ящиком. На нижней части каминного зуба расположена специальная полость с перфорацией, через которую в камеру сгорания поступает предварительно нагретый воздух. Таким образом реализуется функция вторичного горения. В топочную камеру помещаются дрова 40-43 см, что является очень неплохим показателем для печи-буржуйки. Забор воздуха для первичного горения реализуется классическим способом через зольный отсек. Сам ящик для золы большой и вместительный, приблизительный объем которого составляет 8 литров. При необходимости его можно извлечь и очистить от накопившейся золы. Дополнительно хотелось бы отметить, что внутри печи «Дача» установлены защитные пластины из чугуна, которые защищают основной корпус печи от прогорания. Если вдруг даже что-то с ними произойдет, вы в любой момент можете обратиться к нам, купить их и поменять. На тыльной стороне отопительного прибора находится рычаг, при помощи которого можно отрегулировать подачу вторичного воздуха. Верхняя чугунная панель является как варочной поверхностью, на которой можно приготовить пищу или вскипятить воду, так и техническим отсеком для ревизии и очистки верхней части топочной камеры от золы и нагара. Чугунная печь-буржуйка «Дача» от компании Fireway станет прекрасным отопителем в дачном или загородном доме площадью до 130 квадратных метров. Друзья, большое спасибо, что уделили время и посмотрели наше видео про отопительную печь-буржуйку «Дача» от компании Fireway. Заходите на наш сайт gk-ковчег.ру. Там вы найдете подробную информацию не только об этом производителе, а также о многих других. Меня зовут Богданов Олег. Мы всегда на связи. До скорых встреч!